Всем привет, ребята, с вами Аид, и сегодня мы с Демастером продолжаем наше приключение в криптогороде. Всем приветики, ребята! Да, Демастер сильно заболел, поэтому вчера ему было плохо, сегодня тоже плохо, но мы решили, что сегодня уже все-таки Демастер сможет это сделать. Да, поэтому, ребята, он соберется давайте, с силами. Давайте, может, поставим лайк для того, чтобы Демастер как бы поскорее выздоровел. Да, тот Дэм, ты как-то часто болеешь. Да, вот да, как, да. Да, серьезно, криптогород выходит, это, видимо, каждые два месяца мы такие будем говорить. Ставьте лайк, чтобы Демастер выздоровел. Ну да, в последнее время что-то часто болею, ребят. Ну, блин, съездил просто на мероприятие, в футболке было, мы там до ночи сидели, и в итоге холодно, видимо, было, простудился. Да, а что это за мероприятие было? Ну, там что-то 3 года партнерки, вот, все дела. О, а меня-то не позвали? Ладно, неважно. Вот, в общем-то, сегодня мы с Дэмом все-таки должны решить судьбу наших узников, да, которые да, у нас узников. Один сидит в клетке, другую мы пока что прогнали, но сейчас будем со всем разбираться. Скажи мне, Слава, что наши подписчики писали по поводу Конды Тян? Очень много писали, но в основном все-таки где-то 70% писали. Слава, уточку-то сними, ты что, бандитскую? Так я ж бандит. А вот, в основном 70% писали, что конду нужно оставить, но сделать какую-нибудь проверку. То есть в дальнейшем засылать каких-то клиентов таких подговоренных, чтобы проверить, как она действует, не берет ли там она себе что-то в карман и так далее. Вот, но большинство все-таки говорили, что она ни при чем, и это кипер, основной змей, который все придумал. Ага. Костян, что это за блок? Это гирлянда. Гирлянда, так сейчас же у нас не Новый год, а? Ну, заранее готовлюсь к Новому году. Пускай будет лучше шкафчиком, а? Вот так вот сюда ставим, и все, и это шкафчик. Ладно, погнали тогда, будем совсем разбираться уже, а то мы дома засиделись. Так, погнали сначала к киперу, посмотрим, умер он там от голода или нет. Я взял пару стейков с собой, чтобы ему дать. О, даже писали некоторые ребята, то что кипер же там умрет от голода. На, тебе, кстати, деньги. Вот, но на самом деле человек может достаточно долго жить без воды, еды. Хорошего настроения, удача будет вам преследовать. Какие-то сектанты ходят, да, смотри, а? Лес высадились, смотри, Слава, нифига себе, в прошлый раз этого не было. И сны дорогу, кажется, здесь закончили. В прошлый раз, ты помнишь, здесь было... А прикинь, кипера забетонировали. А знаешь, также в 90-е делали, то есть делали бетон из людей. Так, кипер, я его слышу. Эй, кипер, ты где-то тут у нас, да, сидишь? Ой, за биткоинами полез, ой-ой-ой-ой, где-то тут он сидит, Костян, давай. Вот смотри, вот тут мы запрыгиваем. О, кипер, все сидишь, да? Ну как, ты вообще раскапывал что-нибудь, пытался выбраться или нет? Или у тебя ничего не получилось? Смотри, сидит. Блок этот ты сломал, Костя? Какой блок? Вот сверху. Сверху, а может я сейчас сломал, да? А может это он сломал? Ну что ж, кипер, он все осознал, говорит, но ты должен сказать это искренне, от чистого сердца, потому что вдруг ты просто пытаешься нас обмануть, мы откуда знаем? Да, кипер. Прости тебя. Смотри, мы тебя простим, хорошо, потому что ты наш трейдер, действительно у нас было большое прошлое вместе, совместное. Но если такое будет продолжаться, кипер, то мы с тобой разберемся по-другому. Будешь у нас не в клетке сидеть, а в могиле, понял? Да, еды. Еды ты ему дал, да? Забрал его еду, Слава, но это жестоко было. Кушать хочется, да? Ладно, держи. Так и быть, немножко перекусим. Вот, и давай отсюда выбираться, только быстренько, потому что тут теперь новый район. Посмотри, Слава. Что такое? Что такое? Ну, типа, он не может подобрать, потому что я кидаю новое, а оно стакается в стак. Оп, а может у него инвентарь просто забит? Кипер, алло. Он же не может моментально подобрать. Вот это ты его затроллил. Ладно. Знаешь, Костян, сейчас можно перед тобой также лекарство раскидывать. Ты такой, дайте лекарство. А нет, он его не может подобрать. Там нет, выбирайтесь, пока людей там нет. Закрывай кладку здесь, так, типа, хоп-хоп, все, типа... Нас немножко не мы неровно сделали, но ничего страшного. Никто не догадается, да. Знаешь, теперь это а для перфекционистов. Вот это место, такой перфекционист бежит. Эх, какой у нас хороший город, натыкается, такой... Что это? Глаза режет, помогите, некрасиво, неровно. Так, ладно, погнали теперь в кафешку пойдем, да, поищем там, ну, может, в кафешке, а может, около кафешки. Кипер, ты пока что гуляй, ты заметил, он как-то странно ходит? Да-да-да, ладно, пойдем. Ну, сутки посидеть вот в такой яме, смотри, это... Смотри, заметил, здесь поменяли это здание на госпиталь, видимо, государственное теперь это... Я просто до этого мне казалось, что это не госпиталь был, нет, Слава?
Ре, это госпиталь? О, так нет, здесь же жил у нас кто? У нас инженер здесь жил. Да, ну, видимо, за полгода превратился это в госпиталь. Может, выкупило государство? Слушай, точно он здесь жил, да. А может, да, это да, он да. построил? Может, да, может, было он, может, денег-то ему дофига заплатили, может, он с выручных денег решил госпиталь построить. Слушай, они постоянно, он постоянно тут свои концерты дает, и ему деньги кидают. Может быть, ну его этот майнит незаконный, будем с тобой рэперами, а? Да, рэперами. О, смотри, о, Кондотян здесь коробку себе сделала. А что это такое? Кондотян, что это такое? Привет. А ты какого фига делаешь здесь, а? Да, давай, иди отсюда. Хорошего дня, счастливого настроения, вам быстрее отсюда, быстрее. Да, мы тут свои социальные эксперименты проводим, чтобы, в общем-то, проверить, поняли ли люди свои ошибки. Да. А он берет и деньги закидывает. Вот да. Что за фигня вообще? Что с этим человеком не так? Так, Конда, скажи, ты поняла свою вину? Что ты поступила некрасиво, подло? А то в прошлый раз она нам говорила, я думала, вы умерла, это нормальный поступок. Вот, признает свою вину, молодец. Мы решили дать тебе еще один последний шанс. Да, но да. Смотри, это действительно последний шанс. Больше демастер такого не выдержит, и если что, он с тобой разберется. Вот так вот. Вот так вот. Все. Давай тогда возвращайся на работу. На тебе немножко перкоинов, да. Теперь у тебя есть нелегальная криптовалюта, и если что, ты отправишься в тюрьму. Понятно, все, давай, иди работай. А, Костян, нормально мы ее так провели. Да. Так иди на работу. Но сейчас... Она не убегает. Она убегает, смотри, не бежит на работу. Эй, Кон, да, ты что боишься-то? Иди возвращайся на работу. Да. На работу, вот там, в кафе. Скажешь, куда... что у тебя перкоины. Да. Может, она пошла переодеться? На счет три скажу. Раз. Вот, беги, правильно. Так, переодеться. Ладно, окей. Но ты же всегда в этом ходишь. Во что ты переоденешься? Не знаю. Ладно, погнали, Слава, домой. Нам тоже нужно вообще перевести дела, так сказать. Да, то я забыл надеть свою броню. Нужно броню взять. Да, ты ходишь что-то голый. Опасно. Мы же теперь так. с тобой... Это, о, ну... а ты-то штаны надел с ботинками. Да, знаешь, плагиачу стиль. Стайл. Стайл. Поставил, это как во многих мини-режимах, а у тебя из брони есть только поножи плюс ботинки. Вот ты, видимо, решил заимствовать стайл. Да, я видел, ты шалкераж записал, там точно такой же стайл, да? Да не, я не только шалкераж записал, вот на хайписеле такой же стайл, ты же знаешь, да? Да, на Бэдварсе, точно на Бэдварсе, да. Вот. А вот ты его знаешь, вот ты записал шалкераж, уже знаешь, что вышел? Вышел уже шалкераж 4x1. Ничего себе. Демастер, а чё это ты пиаришь, а, шалкераж? Не знаю, ну просто рассказываю тебе, прикольная тема же. Да. О, фига себе, ты прям броню одел, Слава. О, видишь, а тебе не достанется полный сет, да? Ну да, у меня нет брони, к сожалению. Так, Костян, что за фигня? Костян, держи броню. Какие-то бандиты. Костян, шлем подбирай. Подбираю, у меня оружия нет, вы кто такие? У меня оружия нет. А нифига себе они дамажат, это уже не такие слабые ребята. Офигеть, они какие-то бабки с нас требуют, алё, какие деньги? Какие вы что, деньги? Бандиты, что ли? 90-е уже закончились. Сейчас вас в бетон закатаем и все. Так, Слава, Костян, Костян, Костян. Отступать. Ай-яй-яй, да чё вы такие сильные? Они мне 3 хп оставили, да все, Слава, все, меня... хватит. Сюда, да. Хватит, угомонитесь. Деньги есть, какие не проблема. Какие деньги? За что деньги? Деньги дадим. Вы кто такие? Да. Начнем с этого. Кто вы такие? Вы решили нас убить? Вот если вы убийцы, да? То вы же бы нас уже убили, но вы не похожи на убийц. Может быть, вы воры, но воры действуют, а не коллекторы. За то, что не заплатили. Коллектор. Так мы за все платили. Да, мы за что это мы не платили? Мы за все заплатили, да, мы за все заплатили. У нас все оплачено. Сам копай яму, слышь ты. На тебе. Вы не платите, за что это мы? Не, а что, за что за мы? За виллу. За виллу? Помнишь, я говорил, что мне названивали какие-то странные люди? Да. Ну, тут недоразумение вышло. Да. И что, сколько за виллу там мы должны уже, блин, наверное, дофига? Я и забыл про виллу. 50 тысяч? Так мы же вроде 30 не... Да сам яму копай, ты надоел мне своей лопатой. Он мне лопату, он заставляет меня копать яму. Слава, поговори с ним, я пойду посмотрю, есть ли у нас такие деньги сейчас с собой. Ребята, смотрите, несмотря на все произошедшие обстоятельства и ситуацию, которая с нами произошла, вот, я бы все-таки не рекомендовал нам прибегать к чему-то такому сомнительному, потому что преступление и коррупция это... Красавчик, потому что преступление и коррупция это не то, к чему стремится современный мир. Вы же хотите жить в хорошем мире, честном, да, хоть вы и коллекторы. Коллекторы это все-таки... Я считаю, люди, которые за справедливость. Вот мы деньги забыли отдать, вы хотите, чтобы мы их отдали. Видите, у вас есть справедливость. Вот, правильно. Вот, да. Слава, я нашел деньги. Короче, давай дадим красавчик. Деньги, пусть отстают от нас. Я их заболтал в это время. Да все, есть деньги. Дэм. Скидываю, так, 50 тысяч.
Да даже чуть больше. Ты много скидываешь, куда им столько? Один стак это 6400. Ну да, я скинул 9 стаков, все правильно. 9, да. Кстати, да, нормально. Ты надоел со своей лопатой! Так, напомню, когда они все уйдут, потом вычислим его одного и сами вот докинем алмазную лопату. Ну стойте, хотя алмазную лопату я заберу себе вообще-то. Спасибо, да. Ты думаешь, я много ям выкопаю этой алмазной лопатой. Все, сваливайте отсюда. Да. Сваливайте быстро. Мы за все заплатили. У нас тут камера стоит. А то на вас суд подадим. Вы вообще не знаете, но у нас пентхаус охраняется. И да, вас за такое засадят. Слава, иди сюда. Все, выходи, ты меня достал! Выходите все отсюда, выходите быстрее. Вышел! Сейчас кипера наберем. На лифтом не пользуюсь, лифт только для элиты. Нам поломали. Вышел. Здесь. Смотри, поломали, Слава. Так я вижу, да, ну мы вот такой вот. Какую землю ты там поставил? Так, вышел, все, все вышли. Давай обсидиан здесь поставим. Нужна обсидиан, вот так... Че ты тут встал? Ну-ка, пошли вон отсюда. Так, пошли полиция, вон. Вызываю полицию, да, уже. Ничего, у нас-то все равно есть даже так, выход. Давай вот так вот закроем. Слава. У нас есть выход с тобой все равно через крышу. Да, Слава, ты видел, что странное случилось с нашим домом, пока нас не было? Я даже этого не заметил. Что за фигня? Ты видел это дерьмо? А что это такое? А вдруг это всегда было? Погоди. Нет. Рычаг, который ничего не делает. Так, спуски. Хопа! Ава! Давай не буду сюда, Слава, какая-то странная фигня, мне это не нравится. Здесь пиркоин. Что все, такое? И больше ничего какие-то механизмы. Так, подожди, а куда это ведет? Офигеть, это же под нашим городом! Не-не, Слава, давай не место. Буду. Давай уйдем. Уже оно ужасное все-таки, а? Да, Слава, поднимайся сюда. Все, я выбрался. Жесть, какая-то жесть. А кто это прокопал? Блин, там кто-то пытался дома попасть. Нужно заказать обсидиановые полы. А, ну это недорого на самом деле. Так, смотри, давай я. О, ты тоже, у тебя тоже есть блоки, я думал, ты без блока вдруг, но все нормально. Я, кстати, тоже лопат. Не, жесть, что-то мы с тобой странное нашли. И смотри, так прокопано, что даже наши соседи не в курсе. Я чувствую себя ужасным преступником за то, что мы забыли отдать деньги. А я знаю, почему мы их забыли отдать. Помнишь, наш риэлтор, да, который нам виллу продал, знаешь, что с ним случилось? Так он с нами был у этого соседа. Да, он же просто свалился. То есть безумный сосед нас тоже поймал вместе с ним, и он, к сожалению, не выжил. Да, это я помню. Да, а здесь правило «нет человека, нет долга», оно не работает, потому что все-таки мы деньги должны были не ему, а его фирме. Так, вот, видимо, Слава, фирма смотри, и пришла разбираться. Да, смотри, в чем проблема. Я сейчас посмотрел, у нас с тобой около 200 тысяч там с лишним, да? 250 даже должно быть. Да, где-то около 250 тысяч, 300 тысяч, не знаю. Ну, короче, денег дофига. Нужно купить бизнес. А, да, кстати, плохо то, что мы их вот так храним, смотри, а тут видишь, воры подберутся. Видишь, какая-то дырка в доме, мне не хочется хранить так деньги, в банк тоже не хочется такие суммы принести, да спросят, откуда у нас такие деньги, да? Вот, хотелось бы купить бизнес, да, какой-нибудь, Слава. Мне кажется, бизнес. Пора. Бизнес. Я рассматривал некоторые варианты, знаешь, я всегда какие смотрю варианты просто у нас есть? Давай, говори, на одном сайте, не буду говорить название, на одном интересном сайте посмотрел варианты, смотри. У нас с тобой есть три бизнеса, готовых под ключ. Это банный комплекс. Это заправка, и также это автосалон плюс мастерская. Ну смотри, Слава, да, что я предлагаю, да, как бы, я помню, комментарии читал, и очень-очень-очень-очень много людей постоянно, чуть ли не под каждой серией, просили нас купить заправку, а вот что думаешь, что это заправки, как тебе такой вариант? Окей, но это не та заправка, про которую все думают, потому что ту заправку все-таки хозяин продавать не собирается, это какая-то новая заправка, которую только недавно построили. Да, ее даже вроде не достроили, да, Слава, ты хотел сказать? Я не знаю, насчет этого я не в курсе, там написано полностью готовая заправка. Полностью готовая написано, а? Да, я думал, готова к эксплуатации и принятию заправки машин. Готова, да, это хорошо, да, беру с собой. Так, давай не будем все вместе деньги носить. Возьми вот этот рюкзак, Слава, смотри, забили деньгами на всякий случай. Какой денежный рюкзак. А я возьму другой такой рюкзак, еще маленький рюкзак с деньгами. Вот, пару таких кейсов взял. Все, взял контейнеры. Да, денежные взял. Контейнеры. Что, погнали? Так, погнали тогда. Да, будем меч а найду. Мы ж дверь. Давай это, через крышу выберемся, по тактике. Паркур? Да, паркур, по тактике ассасинов. Скоро уже выходит новый ассасин, вот, мы по тактике с тобой. По тактике ассасинов, окей. Опа, сюда, вот так вот, раз, вот так вот, два, вот так вот, три. По два хп каждый раз теряешь, поэтому аккуратно. Ну, у тебя фулл броня, у меня нет, так что мне нужно более аккуратнее быть. У меня шлема не хватает. Ну, у тебя нагрудник-то есть? Так шлем, нагрудник, один элемент брони всего лишь, Костян. Нет. Да? Все, давай, на дерево. Ага, смотри, можно ему кирпич на голову скинуть, а? Да. Кипер, что такое? Стой, говорит, кипер, что ты... Слышала, подойди, стой. Возвращаю тебе еду, спасибо. А, он мне еду вернул. Он мне, кажется, отравленную еду вернул. Он тебя решил отравить? Смотри, кипер. Я за тобой слежу.
Так, смотри, Слава, где находится эта заправка? Я просто не в курсе, ты говоришь, ты нашел бизнес. Да мы прям рядом, вот сюда вот нужно бежать, погоди, помнишь, достроили. Путь до нашей виллы? Да, здесь провели здоровенный, гигантский такой вот путь, дорогу, и также открыли здесь новые места, как раз-таки заправку, которую мы хотим купить, и также круглосуточный магазин 24/7, вот такой вот. Да, но он, видимо, еще не открыт, потому что, видишь, он полностью пустой, да, просто внутри что-то какие-то прилавки вроде есть, но его пока еще не достроили магазин-то. Майн Маркет называется. Майн Маркет? Да, майнерочка. Этим... Или маг... этот магнит как-то так. Я не помню точно, как называется. Майнит. Да. Майнит. Что ж, пойдем на заправку. 24 часа магазин, к сожалению, не продается. Может быть, мы его тоже бы купили. Да. Привет. Здравствуйте. 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 Мы хотим купить заправку. Я видел объявление, что она у вас продается. Да. Новая заправка. Ага. Давай, ты прочитаешь. Только недавно построили, рядом магазин будет много денег приносить, говорит. Нифига себе. Вообще, это так забавно, что нам, чтобы понять фразу, нужно ее читать. Да. Нормально. Ну, это крипто-город. Так, будет приносить много денег. Сколько она стоит? Да. Сколько вы хотите за эту заправку? Что-то... Сколько? 50 тысяч долларов. Что-то неплохая как-то... цена, кстати. Ну да, но как-то странно, что маловато за заправку, слава тебе. Мне кажется, может, а сколько вы зарабатываете в месяц? Да, а сколько ты заправки заправки идет в месяц? Блин. Что, смотри, задумался. Что-то смотри, какое лицо. Она еще не открылась. Она еще не открылась? Как это не открылась? Тогда откуда мы можем знать, что она много денег приносит? Да. Вдруг, мне кажется, видишь, что это будет 50 тысяч. Это слишком дешево для заправки. Я думал, она минимум 1100 будет стоить, Слава. А 50 тысяч это с учетом НДС или без? Да, мне вот тоже интересно. С учетом налогов. А? Слава, какой-то странный тип. С учетом НДС, хорошо. Мы еще через нашу компанию, у нас же компания зарегистрированная, сможем немножко себе вернуть, там небольшой процентик. Да. Тогда 50 тысяч, но если ее доработать, что у нас все равно есть лишние деньги, мы ее чуть доработаем, я не думаю, что она много стоит. А, стойте, а почему вы ее сами не откроете? Да, в чем дело-то, а? Бабки кончились, лоханулись мы по полной. О, братишка, жалко тебя. Жестко, да, видимо, видишь, это, да, видишь, тут еще достраивают. Дорогу, кстати, доделывают, смотри-ка. Угу. Я думаю, Костян, давай отойдем. Мне кажется, стоящее предложение нужно купить. Ну, за 50 тысяч что-то дешево, что-то мне не нравится. Ну ладно, давай за 50 тысяч возьмем. 50 тысяч, она же уже готовая, в ней почти все есть. Бензин заливаешь в эти колонки и заправляешь машину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ага, так получается, 9 это 5, ну это даже больше, куда ему 9? Чуть больше, да, чтобы документы себе сам подготовил. Ах, окей, раз, два, три, четыре, пять. Они не кидаются туда, я только один закинул. На, давай. Забирай деньги, забирай, держи. Вот, собирай быстрее, собирай. А то деньги, так, не рыба, все. Уплывут. Документы пришлите нам на почту. Улетят. Да, все, получается, сами их заполните из нас. Мы дали вам даже больше, там где-то 50, сколько там, Слава, 58 тысяч, да, 58 тысяч. Все документы, все, чтобы все было нормально. Если что, мы с кипером работаем, да, так что... Вы смотрите, кипер, наверное, знаете, если что-то не так будет, если что-то с деньгами случится, то это, то мы вас найдем. Да, Слава? О, какая табличка, да, мы вас найдем, поэтому с деньгами, надеюсь, что все будет хорошо, что вы все документы принесете вовремя, в срок, поэтому давай. Так, Слава, ну работать, мне нужно в больницу, может, в больницу меня отведешь? В госпиталь, пойдем, Костян, сколько тебе еще сказали пить эти антибиотики? Еще дней 5-6, может даже еще пару серий буду болеть, Слава, вот так вот. Майна поправим называются они у тебя, да? Майна поправим, да. Все, окей тогда, но, Костян, я, кажется, понял, откуда ты узнал, что здесь все-таки госпиталь, а? Ты же здесь закупаешься. В аптеку ходил. Да, в аптеку, а сейчас почему сюда? А теперь аптека, потому что узнал, здесь, что новое место, да? Ну ладно, давай заходить-то вместе не будем. Чуть тебе заходить, там больные, будешь дышать с этим воздухом, может заразишься, заразу подхватишь, а я пойду на... Да, я заболеть не хочу. Ладно, Слава, да, на этом все, давай пока, увидимся с тобой в следующей серии уже крипто-города, да, Слава? Да, братишка, давай, поправляйся, мы лайками тебя подлечим, постараемся. Да, ну все, я ухожу, ребята, да, в больницу ложусь, все дела. Да, ребята, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на наш канал. С вами был Айтед Мастер, всем удачи и всем пока. Пока. Мастер, пока.